Сенсей хачикрики вова. Сенсей хачикрики вова. Сенсей хачикрики вова. Я за помощью вообще-то к вам пришел. Вы что, забыли или нет? Да, сын мой. Здравствуй. Что тебя сюда привело? В смысле, что меня сюда привело? Я только что полчаса об этом рассказывал. Мне надо как-то кокнуть медузу Горгону. И вы сказали то, что вы мне сможете помочь. Как это сделать? Да. Я все вспомнил. Внимательно вникай, слушай. Существует только одно оружие, способно убить медузу Горгона. Тебе нужен меч из драконьей кости. И чтобы скрафтить этот меч, тебе нужно убить дракона и найти лучшего кузнеца в мире. Убить дракона и найти... Так дракон это я уже убил! Вот, буквально неделю назад вот на наш город налетел огромнейший дракон, вот смотри. Опа! Запердохал просто у всех на глазах, вот, у всего народа в городе его запердохал. У меня дракона я убил, ну. А, да? Ты уже убил дракона? Тогда тебе осталось найти лучшего кузнеца и скрафтить меч. Так и кузнец у меня есть. Я-то думал, все будет намного сложнее. Дракона я убил. У меня почти мой лучший друг на втором месте после Шурика кузнец. Вот, у него можно попросить, он мне запросто скрафтить вот этот меч драконий, а? Твой кузнец лох! Тебе нужен настоящий кузнец! Самый лучший в мире кузнец! Кстати, и мой же кузнец, он же камнем стал, его же вот эта медуза Горгона превратила, я забыл. Так, а где мне еще одного какого-то кузнеца найти? Я в этом городе только одного кузнеца знаю, это вот этого нашего, который постоянно кричит вот это. И все, больше никакого другого кузнеца нет. Отправляйся на север, высоко-высоко в горы. Туда, где еще не ступала твоя нога. Возле стадиона чемпионов. Высоко-высоко в горы, возле арены чемпиона, я найду кузнеца. Все, все, сенсей, хачипури. Все, когда я скрафчу меч, я обязательно к вам вернусь и покажу вам этот меч, хорошо? Сын мой. Я вас слушаю, сенсей, хачипури. У меня к тебе есть маленькая просьба. Передай продавцу зелий, что он волосатый жопе драконы. И не спрашивай зачем, он все поймет. Ну да без проблем на самом деле. Все, давайте, до свидания. Так, на север высоко-высоко в горы я там найду что-то, какого-то кузнеца, который поможет мне скрафтить вот этот меч из дракона, драконьей кости. Но только где он вообще может находиться-то? Все, мне помог вот этот сенсей Хачикрики Вау-Вау, и тебе спасибо, и ему спасибо. Так. И что? Что он сказал? А, да ничего такого важного, там мне дракона надо убить, которого я уже убил. А, еще он попросил тебе передать, что ты волосатый жопы драконы. Вот я не знаю зачем, но как бы он попросил, я сделал. Тьфу на него! Этот старый пердун как был вредный, таким и остался. Хорошо, что мы с ним больше не дружим. А, так вы с ним дружили? Или вы с ним с первого класса вместе в школу ходили? А, без разницы, так... Север, высоко-высоко в горах. Так, там я был, там не север, там утопленники живут. Там тоже арена, там я тоже был, я не был вот там. Мне кажется, вот там как раз где-то север и находится. Поэтому побегу-ка я вот туда, посмотрю, живет там какой-то новый кузнец или нет. А чё, у нас в городе еще какой-то стадион есть? Я же видел, только 2-3 арены были. А он сказал, вот этот стадион каких-то чемпионов. Возможно, вот это? Я впервые его вижу. Мертвая лошадь там пасется. Мертвых лошадей мы отвлекать не будем, пускай они пасутся. А может здесь, в этой стороне? Реально, я же здесь даже еще никогда не был. Вот какая арена вот эта огромная. Фу.
Вот я примерно так же выгляжу дома на карантине, когда прям совершенно нечем заняться, но хочется как-то развлечься. И ты развлекаешь сам себя. Слайм! Тебе там не больно? Я просто не понимаю, ты как еще жив до сих пор? Слушай, стоп! А я-то думаю, куда ты пропал? Мы тебя последние серии 7 сезона даже не видели. Ты тут все это время сидел и вот от себя в жопу стрелами стрелял. Бедненький ты мой. Ладно, иди тогда за мной, я тебя приглашаю на какое-то новое приключение, которое мне вот это подсказал сенсей Хачикрикуава. Кстати, ты знаком с сенсеем Хачикрикуава? Не знаком, тогда я тебя познакомлю, он хороший взрослый мужик уже. Так... А вот это, походу, стадион чемпионов! Слушай, я даже ни разу не видел, чтобы здесь какие-то бои про вот это проходили. Ну ладно, сюда мы еще, может, когда-нибудь вернемся. Так, слайм, где здесь север вот этот находится? Мне нужно высоко-высоко в горы на север. Там? Ну как раз-таки туда ведет какая-то тропинка. Ну тогда, слайм, иди за мной, только прикрывай меня со спины со своим вот этим луком, будь полезен хотя бы в чем-то. Так, аккуратненько, пожалуйста, аккуратненько. Ну слушай, если тропинка ведет куда-то вот высоко-высоко в горы, значит здесь 100% что-то находится. Давай вот сюда за мной. Стреляй давай, да ты что смотришь на меня? Я ж тебе сказал защищать меня, стреляй в него, пока эта чупакабра болотная не ушла. Снеговик в воду стеганул, стреляй давай в него, попадай. Мать моя же, он на руках ходил, вот так. Иди сюда за мной, иди сюда за мной, иди сюда, вот это был, так вот какой-то дом. Вот походу про этот дом вот этот сенсей Хачикрикуава и говорил, нам походу вот сюда на... Слайм, я чё-то вообще не понимаю, мы с тобой сегодня в сказку какую-то попали или чё? Это чё за вот эти снеговики-мутанты? Это чё за пони сраные летающие здесь? Это чё за волшебный лес какой-то? Так, иди сюда за мной, мы не будем отвлекаться на всякие побочные вещи. Это случайно не череп дракона такой же, как и у меня сейчас находится, и здесь ещё два. Так, иди стучи в двери. Здесь у нас... А, ну так это реально, смотри, вот здесь он походу свои вот эти шмотки и создает. Здесь какая-то броня у него, драконья броня. Какой-то серьезный здесь кузнец живет. Давай, стучи дальше, слайм. Надо его позвать и надо попросить у него скрафтить нам... Это меч вот этот из драконьей кости. Кузнец номер два или кто-то там нас этот Хачикрикуава послал. Открой дверь. Слушай, Сай, может мы просто зайдем к нему? Вдруг он реально глухой и просто не слышит. Зайдем, посмотрим, что... Давай за мной, что ты вот это боишься каждый раз? Так, давай заходи вот сюда за мной, только аккуратный. Смотри по сторонам, если вернется эта чупакабра болотная, снеговик, надо будет отсюда сваливать как можно быстрее. Здесь ничего нет, ну то, что он кузнец, это 100% видно. Потому что здесь у него мечи выкованные, здесь у него железо, еще мечи. Так, давай на второй этаж мы с тобой поднимемся и посмотрим, что здесь находится. Так это же череп тролля, если я не ошибаюсь. А вот это череп вот того... петухозавра! Вот петухозавра, я помню, нас вот с кузнецом петухозавр напал. Это, походу, его череп. И там еще какой-то череп черный, я чуть не понимаю. Так, а его-то дома нет, слайм? Нам надо пойти и где-то его найти Это слышишь? Если это кузнец домой возвращается, то что это за кузнец должен быть 10 метров ростом? Ты слышишь, как топает, нет? Слайм!
руки в ноги, ноги в руки и приготовься сваливать отсюда так быстро, как только сможешь! Слайм! Побежали нафиг отсюда! Зачем нам вот этот сенсей Хачикрикиуауа сказал, чтобы мы приходили в эту деревню? В этот дом! Это не дом какой-то, это лес каких-то тварей, чудовищ фантастических! Так, стой здесь! Он здесь возле дома находится. Когда он пройдет, мы выбегаем и бежим в наш город аккуратно, Слайм. Давай, за мной, со мной, готовься бежать отсюда. Так, смотри по сторонам, главное смотри по сторонам, чтобы никакая пони летающая сюда не пришла. Никакой циклоп одноглазый тоже сюда не пришел! Лук в зубы возьми, давай отстреливайся быстро, у тебя же лук есть этот! Давай сам текаем нафиг из города! Разойдитесь, щенки! Мужик с топором? О, мне как раз кипашки циклопа не хватало для коллекции. Я с ним знаком. Я уже видел, я видел, это тот мужик с топором, в которого кузнец, наш кузнец влюбился, втюрился, потому что у него топор огромный. Так он тоже кузнец, как наш кузнец. Слайм, иди сюда за мной. Он с одного удара его кокнул, у него топор этот огроменный, он его пырнул, и он тут сразу кокнулся! С одного удара! Так, подожди! Открой, пожалуйста, кузнечик наш любимый! Мы пришли, чтобы ты нам этот меч скрафтил драконий! Нас сюда к тебе послали! Уйдите домой по-хорошему, или я из вас сейчас бутерброды сделаю! Открой, пожалуйста, дверь, ну я тебя прошу, мы тебе принесли вот этот драконью кость, мы тебе принесли, и драконий череп, мы тебе принесли, нам вот этот пердак старый, вот этот бородатый, сказал, что мы к тебе пришли, потому что ты лучший кузнец на этой планете. Ну открой, открой ты, пожалуйста, нас послал вот этот сенсей Хачирики Вауа. Вас послал ко мне сенсей Хачирики Вауа? Он самый! Он нас и послал в предыдущей серии, когда мы с ним познакомились. Нам просто надо убить медузу Горгону. И как мы знаем, медузу Горгону можно убить вот! Из меча, который делается из костей дракона. Слайм, отдай ты кость, вот это поднял. И нам нужно, чтобы ты скрафтил этот меч. Эта корга старая до сих пор еще жива? Я думал, что она уже давно копыта двинула. Конечно, она жива! Она моего лучшего друга в камень, ну почти лучшего друга, кузнеца. Он тебе, кстати, тоже понравится, потому что ты ему понравился. Он б его в камень превратил, и нам надо сейчас кокнуть эту медузу Горгону. Помоги нам, пожалуйста, я тебя умоляю, и я тебе буду благодарен. И сенсей Хачирики Вауа тебе тоже будет благодарен. Идите за мной. Ага, слайм. Вроде все получается. Так, держи все кости, которые у меня есть, держи вот этот череп дракона, тоже забирай. Все, меч, я тебя умоляю, просто скрафти меч. Дайте мне 2 минуты, я сейчас все сделаю, а пока можете поиграть с моим конем Леонидом, он на заднем дворе. Ага, конь Леонид, все, тогда пошли, Слайм, мы ему не будем мешать, не будем его никак отвлекать. Так, конь Леонид на заднем дворе, пойдем поиграем. Ну пока... Пока все идет по плану, и это хорошо. Так, ждем меч, играем с конем Леонидом, и после этого идем спасаем Шурика и этого кузнеца. А где конь Леонид-то? Он сказал, на заднем дворе. А задний двор у нас вот здесь. Это конь Леонид! Но мне что-то кажется, то, что играть с ним это, наверное, не лучшая идея. Ты можешь его погладить, конечно, Слайм, только аккуратно смотри, чтобы он тебе руку не откусил. Так, а его чем-то покормить-то можно? Так, здесь у нас что-то есть, да, я заберу. Так, это у нас кроличья лапка. Слушай, Слайм, на кроличью лапку... Покорми его, пожалуйста. Ай! Он сразу запах учул. Выкинь ему туда кроличью лапку. Так, аккуратно! Слайм, выкидай ему кроличью лапку! Выкинь ему кроличью лапку! Господи, ну выкинь ты ему уже на землю!
тебя была просто одна задача. Выкинуть ему кроличью лапку. Ты ж понимаешь, что мужик с топором нас кокнет. Если он узнает то, что мы его... Ну ты выкинул, ну то... Ну мы просрали его коня Леонида. Иди сюда за мной. А хотя, иди лучше в лес. Убегай просто в лес, потому что если кузнец тебя найдет, он тебя кокнет. Убегай, потом с тобой встретимся. Это... Дашь какую-то вот эту... Вот он там летает. Дашь какое-то задание слайму, слайм все просрет. Меч из кости дракона. Используй его с умом. Это очень сильное оружие. Ты его все же сделал, кузнец. Не зря сенсей Хачикарики Вова говорил, что ты лучший вот этот кузнец на этой планете. Сейчас я посмотрю, что это за меч. Мать моя женщина, да этот меч больше, чем я! Но если этим мечом я эту медузу Горгону не кокну, тогда точно никаким оружием я ее не кокну. А где твой этот зеленый друг, где? А, слайм! Да, мы когда твоего коня Леонида кормили вот этими кроличьими лапками, слайм сам случайно кроличью лапку съел, его что-то прихватило, он в кусты убежал лопухами потираться, у него там проблемы с желудком, очень плохая пищеварительная система, это... Я пойду, передавай привет там своему коню Леониду, если нужна будет помощь, мы к тебе еще вернемся, ага? А с Леонидом все в порядке? Да! Он у тебя хороший конь, этот крылатый такой, крылья у него хорошие, два раза взмахнул и улетел куда-то в этот Узбекистан. Все, давай, хорошего тебе дня, если увидишь там слайма, крикни, я за ним вернусь, если он из кустов выбежит, ага. Возьми еще это зеркало, и главное, не смотри медузе в глаза. А, ну точно, я же зеркало забыл еще, как я мог про зеркало забыть, а зачем мне зеркало, ну в любом случае оно мне 100% пригодится. Все, давай, удачи тебе, надеюсь, это наша последняя с тобой встреча, я с тобой больше вот это разговаривать вообще не хочу. Очень какой-то напряжный мужик, возле него чувствуешь себя каким-то слишком нервным, я аж вспотел 20 раз, пока с ним разговаривал. Я надеюсь, больше сенсей Хачикарики Вова меня туда к нему не пошлет. Так... Кокнуть медузу Горгону, спасти Шурика и превратить кузнеца обратно в кузнеца. Это мой план.